20 века вообще стал во многом интернациональным. Все-таки 20 век, он привнес в жизнь людей какой-то объединяющий глобальный момент. Люди столкнулись с одинаковыми проблемами, что в Англии, что в Соединенных Штатах, что в России. Но сегодня мы находим подтверждение. Композиторы, всегда чуткие к тому, что происходит вокруг, не могли на это не среагировать. Отсюда появляется и серьезная, глубокая, иногда таинственная, мистическая музыка, которая свидетельствует о размышлении композитора, о том, что он предлагает нам задуматься, правильно ли мы идем. Вот к такой музыке можно отнести три пьесы англичанина, композитора 20 века Кеннета Лейтона. Он явно был совершенно впечатлен музыкой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и в этом духе написал эти три пьесы для органа. Я для вас сыграю скерцо из этого цикла. Это таинственная, немножко такая космическая, и музыка, которая заставляет не только наслаждаться виртуозностью и изобретательностью автора, его композиторской техникой, но и также заставляет нас задуматься. Итак, Кеннет Лейтон, «Скерцо».